Несколько заметок из мира грез. Книга мира. Я читала про Дона Хуана и про черных теней нашествия. Видно, автор писал без обмана, прогнозы его нелестны. Я расспрашивала о деревьях, как же лучше понять мироздание, ведь у каждой страны свои поверья. Те ответили, созерцая. Я прислушивалась к голосу моря. Он твердил мне, что нет нужды в книгах. Просто выпусти сердце на воле и ищи в бликах солнца играх. Я спросила совета у ветра. Он шальной расцеловал меня в щеки и подвинул меня на полметра. Видно, тело было слишком легким. Я спросила лучи заката. Те напомнили про белый город. Что же показали когда-то? Ветер снова поднял мой город. Я спросила, а как же все это, все эти яйца, все нити мироздания? Тут закат озарил меня светом и сказал мне, поймешь, созидая.